Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, это видео понравится тем людям, которые любят экспериментировать над своими обликами, которые любят уникальных маунтов и красоту в этом мире военного ремесла. Сегодня речь пойдет о уникальной интересной особенности у нововведенного маунта под названием «Потусторонний ездовой выдрик». Напомню, дается он за достижение, в котором требуется собрать 500 маунтов. В целом это не особо сложно, потому что на текущий момент в игре более 700 маунтов и очень много было введено в шеле, поэтому я думаю, собрать выдрика при желании, ну не такая уж прям глобальная проблема. Но ближе к сути. Собственно, что у нас получается? Выдрик сам по себе. Грубо говоря, это выдра. Я правильно понимаю? Ну, по-моему, да. Такой маунт интересный, милый, очень хороший и призрачный, как мы видим. То есть облик довольно-таки схож с обликом ночного народца. Имеется уникальный маунт спешл, иначе говоря, трюк. Жмем пробел в той зоне, где выдра не может летать, и она носик чешет. Это мило, это очень красиво. Мы можем изменить облик нашего персонажа под аналогичный, прозрачный, голубенький цвет. Что нам для этого нужно? А нам потребуется абсолютно любая игрушка, абсолютно любой облик, который мы можем с себя скликать с целью того, чтобы изменить свой облик. Надеюсь, не запутанно сказал. Буду использовать запасной капюшон темного следопыта. Использую его, КД 2 часа, действует 10 минут. Облик темного следопыта также стал синеньким, прозрачным. Если его отменю в бафах, то облик персонажа тоже будет прозрачный и синий. Круто, да, довольно-таки круто. И это будет действовать до того момента, пока я с маунта не слезу. Ну, допустим, я слез, все, облик стал обычный. 2 часа довольно-таки долгое КД, поэтому, разумеется, нужно найти какие-то другие предметы, какие-то другие игрушки, которые меняют облик нашего персонажа. Что можно еще сделать, реализовать? Ну, как вариант. Клятва хранителя огня. Это предмет, который покупается на вневременном острове за вневременные монетки. И действует 10 минут, и КД 10 минут. То есть довольно-таки быстро откатывается. Мы юзаем выдру, мы юзаем клятву. Мы должны быть, по идее, в красном облике Ордоса. А мы уже в синеньком прозрачном. Можно его сбросить. И персонаж также будет прозрачным синим. Баг или фича, думайте сами, если вы сможете найти какие-то игрушки, которые морфуют таким же образом и получается такой же эффект, то пишите в комментариях, составим небольшой список этих игрушек. Я тоже посижу, покликаю, поизучаю. Быть может, найду большее количество игрушек и большее количество предметов. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!